переварили вчерашнее поражение в голове, еще на самом деле не остыли от него. Так сказать, можно сказать, на старых дрожжах еще выходили. Очень рад, что так получилось, что все ребята бились до конца, никто не сдавался, все верили в победу. И как вот единственное, что ты, как одно целое, одна команда смогли выиграть. Ну, понятно, что хотелось, конечно, первое, но я считаю, что медаль есть медаль. И мы знаем, как она тяжело зарабатывается. Вот там кровью, там сколько было травм у нас в команде. Поэтому любая медаль для нас дорога, и мы очень рады. На всю жизнь, мне кажется, это память, что тот турнир, что этот. Мы с Кириллом лежали и думали, что вот она, последняя игра наша, и все, молодежный хоккей уходит. Это, наверное, самое такое яркое воспоминание за всю жизнь. Когда он забивал, наконец-то все закончилось. Слава богу, выиграли. Настроение отличное, потому что выиграли, все бились, заслуженная победа. Вообще тяжело было настраиваться на сегодняшнюю игру, потому что это эмоционально тяжело, это физически тяжело. Но хорошо, что пацаны настроились. Спасибо Илье Самсону, то, что он нас вытаскивал, то есть как мог. Спасибо тренерскому штабу, спасибо всем болельщикам. Спасибо стране, что они нас смотрели, поддерживали. Всех с победой. Не, когда ты играешь на поле, ты об этом не думаешь, что ты можешь забить или что-то еще. Мне просто повезло, я сам в шоке, если честно. Я не видел, что на ворота зашла. Я смотрю на судью, смотрю, он гол показывает. Я давай радоваться. Я счастлив. У меня нет слов вообще. Я начал строиться в позиционную оборону, и этот, смотрю, Гурьян отнял, смотрю, бежит. Я думаю, ну сейчас как бы бросится, она отскочит, там, чуть придумает он. А смотрю, она между ног зашла, я вообще в шоке был просто. Я начал прыгать, там, летать вообще. Приятно, мы столько работали, и не стесняюсь сказать, без выходных. Серьезно, потому что без выходных у нас каждый день лед был. Как бы не сильный лед, но все равно мы катались. Поначалу как бы я не верил вообще в то, что мы что-то можем, потому что мы выходили на игры, и у нас ничего не получалось, мы друг на друга злились, и или наоборот боялись что-то сказать, а турнир начал набирать обороты, и просто ребята все сплотились, и просто было настолько приятно сегодня играть. И я даже слова никому не хотел говорить, просто хотел благодарить их после игры, и вообще все большие эмоции. Вчера, потому что обидное поражение было, а сегодня хотелось, ну, с медалями уехать, и как бы хорошо, что все получилось еще в овертайме, и как бы вдвойне приятнее, потому что там сразу налет, резкий гол, и все, и убегаешь, одни радости, и конечно, там, спасибо всем болельщикам, хотелось бы, ну, сказать, и там родителям, всем родственникам, как бы приятно, что нас всегда поддерживали, даже хоть и после проигрыша, там, вчера все писали, поздравляли нас, как бы просто классно. Сидел, я со смены приехал, я сидел вообще, отдыхал, воду хотел пить, только начал пить, и уже там гол забили. И уже было не до воды? Да. Ну, если быть честным, то с каждой игрой становились и дружнее, и коллектив, все лучше и лучше становился, и больше друг за друга играли, и, в принципе, от игры к игре, и это было видно, и просто не только на льду, а просто в жизни, как бы, ну, с каждым днем все, как бы, лучше и лучше становилось. Ну, все на нервах, весь турнир, непростой турнир был для нас, поэтому мы очень рады этим медалям. Немножко вчера не повезло нам, да, так, лотерейка, удача немножко отвернулась от нас. Но сегодня вот удача повернулась, потому что при, еще раз я убеждаюсь, при правильной работе, каждодневной работе и правильном отношении игроков к этой работе, удача все равно повернется к тому, кто работает. Уровень индивидуального мастерства у шведов, там, канадцев и американцев, по-моему, надо признать, повыше. Но мы брали чисто командной игрой, тактикой, и это дало результат.